Всем привет, это Наиль. Хотел рассказать про теплообменник, который изготовил по просьбе одного из заказчиков. Вот, выглядит следующим образом. Данный теплообменник был сделан для того, чтобы можно было его поставить на выход дымовых газов с котла отопления. Сделан он по следующей схеме. Вход у него вот с этой стороны. С этой стороны выход. Внутри находится теплообменник, который я использую на Юпитере 65. Все его геометрические размеры те же. Вот. Дымовые газы у нас поднимаются наверх и сверху уходят вниз, остывая, отдавая тепло, и потом выходят на улицу. Ну, в дымовую трубу. Вот. Данный теплообменник будет давать теплый воздух в помещение с помощью вот этого вентилятора. Вот. Здесь он повыше сделан, а диффузор выхода воздуха сделан пониже, потому что теплый воздух в основном будет сверху. Ну и чтобы, соответственно, еще и перемешивался. Вот, так вот и выглядит теплообменник. КПД в целом, он, конечно, хорошо подымет. Вот, хотя КПД двухоборотных котлов и так хорошее, но дополнительно повысит КПД. Это очень, как говорится, хорошо для экономии. Помещение будет греться помимо того, что от основного отопления, оно еще будет обогреваться за счет температуры, которая остается в выхлопных газах котла. Вот. Вот так вот он выглядит. Вот. Работать. Как он будет работать, замеры я все сделаю. Вот. И там уже будет известна целесообразность такой конструкции в целом. Хотя чисто теоретически, как бы, это очень должно улучшить КПД конструкции и, соответственно, больше экономить на обогреве помещения. Вот.